Петр Васильевич с просьбой. В Унеческом районе нужен новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас 400 жителей в самой Рассухе и еще население 6 окрестных сел и деревень первичную медпомощь получают не в самых лучших условиях. Здание аварийное, предложение строить новый ФАП. Работы запланированы на 2020 и обойдутся в 10 миллионов рублей. За федеральные средства, вот так как мы строим в Летошниках и Лемешовке. Масштабная модернизация первичного медицинского звена в числе стратегических инициатив президента. На недавнем заседании президиума Госсовета Владимир Путин на этой теме останавливался особо. Первичное звено по сути своей самое близкое к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. Для финансирования мер по модернизации первичного звена на 3 года, начиная с 2020-го, предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств. Опыт Брянской области в сфере здравоохранения и предложения, озвученные губернатором Александром Богомазом, вошли в итоговую резолюцию заседания. Это и работа предуниверсария, и беспрецедентная программа по обеспечению врачей жильем. Помимо Унеческого, в будущем году современный ФАП построят еще и в Клинцовском районе. А 100 фельдшерско-акушерских пунктов по области капитально отремонтируют, превратив в современные медицинские учреждения. Еще одно обращение – приобрести автобус для творческих коллективов областного колледжа искусств. Когда молодежь на сцене, это всегда хорошо. И всегда наш коллектив творчески радует жителей нашего города и Брянской области. Александр Богомаз заверил, автомобиль приобретут. Положительное решение и по обращению жительницы Брянского района. Просьба обустроить удобную остановку на магистрали Брянск-Смоленск у поворота на деревню Севрюково. В этом году мы делали там тротуары. В следующем году планируем строительство автобусной остановки с установкой автопавильона. Проектно-сметная документация сейчас изготавливается. Все обращения граждан и сроки их исполнения на контроле у главы региона. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов, Александр Жучков. События. Брянск.